Привет! Вы на канале Евкин ТВ. И сегодня с Евкой мы принимаем вызов и будем играть в игру «Пухлый кролик». Суть игры такая, что нужно по одной зефирке засовывать в рот и говорить слово «пухлый кролик». Ну, так как Евке тяжело еще так сказать, она будет говорить просто «привет». И она будет засовывать одну зефирку, а я буду две. Ну, или три. Ну, как пойдет. Да? Начнем? Давай. Давай, сейчас высыпем. Давай, высыпай. Сколько много. Давай сначала попробуем. Вкусно или невкусно? Ну как? А вон еще осталось что? Вот она. Тебе вкусно? Да. Маму угостишь? Давай кушу. Ты жмотина? Да. Смотри, давай пробовать. В смысле, пробовать играть, а не пробовать кушать. Смотри. Давай, давай. Смотри, вот так вот показываешь папе, засовываешь в рот. Привет. Давай, пробуй. Поверите. И жуй. Засовывай, все в рот засовывай. Все. Все, все, все. Все. Все в ротик, вот так, как мама, смотри. Смотри, вот так, как мама. Засовывай в рот. Да, все, все, все. Во. Теперь бабе привет. Привет. Пухлый кролик. Не жуй, не жуй. Засовывай сразу. Я не ожидала, что они будут такие большие. Папа! Пухлый кролик. Давай ты тогда маме вот это засовывай. Ну, она хлыст засовывает. Мама. Пухлый кролик. Какой умный. Да, теперь ты. Давай. Мама. Мама. Пухлый кролик. Папа. Я больше не смогу. Угу. Ну давай. Мама. Пухлый кролик. Мама. Ну, мама. Что, башню строить будем? Давай. Давай, у кого больше? Давай? Да. Давай, кто быстрее большую башню построит? Прям в рот попал. Папа, где я? Папа. Кидай. Эй. Шире открывай. Давай, мама. Папа, где я? Чуть-чуть промазали. Папа. Давай, скажи, открывай. Папа, где я? Открывай.
больше нету? Да, ставь лайк! А ты! И подписывайся на наш канал. Пока-пока! Пока!